Кошмар родителей. Хабаровский роддом номер один. Здесь на свет появилась Соня Серая. И через несколько дней умерла от инфекции. Врачи упорно не замечали болезнь. А когда заметили, было поздно. Сразу сказали, что у нас она септический шок, да? Состояние шока. Но рано утром, получается, ей делали дренирование, да, по-моему, и нам уже сказали, что у нас развитой перитонит от пупочной раны. Родители уверены, что их дочь подхватила инфекцию в роддоме. И это не первый случай. У Ксении Иксановой сын чуть не умер сразу после выписки. С температурой под 40 мальчика госпитализировали и спасли. Клебсиелла, она, насколько я знаю, не живет просто так в среде. Она больше к внутрибольничным относится инфекциям. И она устойчивая была, ну, очень похожа на внутрибольничный штамм. И инкубационный период, мы дома были всего сутки, то есть ребенок не мог заразиться. Пострадавших уже более 20. Главврач роддома никаких проблем не видит. Мы сделали все, все, что необходимо. И текущую, и заключительную дезинфекцию, и взяли пробы воздуха, и взяли смывы с поверхностей. И полностью обследовали весь персонал. И ничего, нормально у нас все. Минздрав региона провел проверку и отчитался о кадровых перестановках. Родильный дом номер один в Хабаровске продолжает принимать пациенток.